небольшое видео о жизни живой природы, а точнее птиц. Мы на площади Космонавтов, чуть ниже фонтана. Сегодня солнечно и хорошо. Обнаружили, короче, ходит среди голубей чайка. Видите, сколько голубей на солнце греется. Видишь, он убил того голубя, и он к нему идет. Может, он свежего хочет. Короче, у нас чайки очень хищные. Они вот ходят среди голубей, тюкают их по башке, а потом дербанят. И вот эта чайка ходит медленно-медленно. Пошли, пошли. Медленно-медленно ходит. Сережка решил его погонять. Хочу на него посмотреть. Голуби не боятся людей, а чайка улетела, видите? Да, уже одного голубя он раздолбил. Здесь вот они греются на солнышке. О, второй, смотри. Где? Лежит, второй? Да. А, убил еще одного. Ой, господи. Как жалко их. Ну вот. Такие картинки наблюдаем постоянно по городу, где среди голубей ходят чайки и убивают их, и едят. Так, не только на помойках и на море они пасутся, но и среди голубей. Я тебя догоню! Ай, так здорово, смотри, сейчас будет их гонять. Они не боятся, они просто не боятся. Вот так, вот так. Ай, мне нравится такая картинка. Сейчас у меня кончится камера, к сожалению, я погуляла хорошо. Вот пока снимаю, здорово, здорово. Давай, давай, гоняй. Они не боятся, видите? Гоняй, гоняй. Давай, давай. Так здорово. Ой, не надо трогать его, да, 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 да. Ну ладно, мы пошли дальше. Хорошая погода, с удовольствием бы еще побездельничала, но, увы, прощаюсь.